«Притормози» – акция с таким названием проходит в городе с 19 по 25 мая. На аварийно-опасном пешеходном переходе на улице Куконковых активисты молодежного движения встали на обочине со знаками ограничения скорости в руках. Сотрудники ГИБДД организуют профилактические мероприятия с целью напомнить водителям правила дорожного движения. Если водитель видит пешеходный переход, то он должен начать снижать скорость. Если он видит, что на ней находится пешеход или собирается он перейти через дорогу, то остановиться и пропустить пешехода. Знаки, пусть и ГОСТовские, в руках молодежи по закону силы не имеют, и водители могут не снижать скорость с 60 до 40 и до 20. Тем не менее, задолго до пешеходного перехода все автовладельцы притормаживали. Мне кажется, да, это психологический эффект. И все равно это какое-то уважение к людям, которые вышли на обочину, встали со знаками и призывают их к соблюдению правил дорожного движения. Акция особенно актуальна в преддверии летних каникул. Буквально сегодня на регулируемом пешеходном переходе на улице Некрасова в районе дома номер 51 автомобилистка, управляя машиной марки Volkswagen, сбила школьницу и скрылась с места ДТП. Свидетели записали госномер автомобиля. Проводятся мероприятия по поиску водителя. Потерпевшая доставлена в больницу. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.